Привет, друзья! Сегодня я приготовила для вас очередную шикарную подборку турецких сериалов с профессиональной русской озвучкой. Как всегда, топ получился весьма разнообразен и интересен. Каждый найдет для себя настоящий сериал. Ну а перед тем, как начать, хочу напомнить, чтобы вы не забывали подписываться, чтобы быть в курсе новинок. Ведь на канале будет еще очень много интересного. Открывает нашу сегодняшнюю подборку сериал «Симфония любви». Главный герой – Хусейн Кинанган. Живя вместе с матерью своего деспотичного дяди, парень обнаруживает в себе музыкальные способности и принимает решение бежать в Европу, чтобы там поступить в музыкальное училище. Вопреки желанию родных, парень добивается своего. И вот теперь, спустя несколько лет, он возвращается на родину, уже овеянный славой и получивший известность. Музыка Хусейна нравится многим, особенно любит ее девушка из бедной семьи, которая чуть позже влюбляется и в самого известного музыканта. Но рядом с нашим героем уже есть обворожительная красотка, которая способна влюбить в себя кого угодно. Четвертое место – цена жизни. Молодой предприниматель Джасур из провинциального городка считает, что ему все позволено. Любовь можно купить и получить с помощью шантажа. Таким образом, он женится на приглянувшей ему девушке против ее воли. В итоге, в первую брачную ночь его молодая супруга умирает. Но Джасур на этом не останавливается, вспоминая древние традиции турецкого народа, пытается взять в жены младшую сестру умершей супруги, Амур. Однако обстоятельства складываются иначе, поэтому Джасур придумывает коварный план мести. Третье место – Курцеид и Александра. Изучение истории в качестве школьного предмета не всегда вызывало интерес в учеников, которых не беспокоила судьба неизвестных им людей. Да и не всем историческим документам стоит верить, так как часть из них может оказаться подделкой. Главными героями сериала являются царский офицер и его возлюбленная. По своей вере военный был мусульманином. Во время посещения светского мероприятия Саид встретил русскую красавицу. Молодые люди полюбили друг друга, после чего турецкий офицер отправился на фронт. Александра последовала за своим возлюбленным. В тяжелое военное время их чувства прошли испытания и только окрепли. На втором месте – «Черная любовь». Этот сериал любят смотреть во многих странах. Два человека, живущие в разных мирах, связаны романтическими отношениями и любовью. Кемаль вынужден уехать в другой город на обучение. На протяжении долгого времени другой мужчина старается завоевать сердце девушки. Сначала ничего не выходило, но после инцидента, сделанного братом Нихан, девушка резко меняет свое мнение. Мужчина помогает не попасть ему в тюрьму, в обмен на замужество и с сестрой убийцы. Спустя несколько лет Кемаль вернется успешным человеком и по воле судьбы они снова встретятся. Про первое место вы узнаете позже. Главная героиня Фериде живет с теткой и ее сыном Камряном. Повзрослевшая Фериде неожиданно для себя влюбляется в кузена. Ее тайна становится известна жителям деревни. Правда, вместе с этим выясняется, что и Камрян тоже любит Фериде. Итак, первое место – «Королек, птичка, певчая». Что ж, это были все сериалы на сегодня. Добавляй себе в плейлист, чтобы посмотреть на досуге. И не забудь заглянуть в мои предыдущие подборки видео. До скорой встречи, друзья!